На внеочередном заседании Ульяновской городской думы одобрены изменения в программе «Забота». Согласно поправкам, будет увеличена выплата на горячее питание школьников. Артем Петров продолжит. Питание в школах областного центра – тема, которая стала ключевой на повестке внеочередного заседания Ульяновской городской думы. Изменения в программе «Забота» были одобрены депутатами и касаются единого стандарта. Иными словами, питание льготников и платников отличаться не должно. Не должно также быть никаких сокращений финансирования и рациона. Наша принципиальная позиция, что размер выплат, который направляется ульяновским семьям, обеспечивал именно горячее питание по СанПИН. Мы не допустили принятия проекта, который был изначально внесен в Ульяновскую городскую думу и который предусматривал сокращение финансирования на завтраки в младшей школе. Вопросы к некоторым операторам питания начались уже в начале учебного года, когда те урезали рацион льготной категории и разграничили столы. В ситуацию сразу вмешался президиум регионального отделения «Единой России». Был дисбаланс, разное меню, разные рацион. Сейчас детей за одним и тем же столом, детей в одной и той же школе кормят одинаково как льготников, так и платников. По итогам заседания Думы решено, что размер выплат будет увеличен. На завтраки в младшей школе сумма будет составлять более 83 рублей. На обеды в 5-11 классах – 119. В июле мы приняли такую же методику, которая была принята в апреле в правительстве, касаемо единого подхода к формированию меню, который, соответственно, она базируется на санитарно-эпидемиологических требованиях. Депутаты отмечают, увеличение выплаты компенсации повлечет за собой повышение качества питания. Народные избранники будут принимать участие в контроле за соблюдением нормативов и организации школьного питания. Также решением Думы в этом проекте о внесении изменений в муниципальную программу «Забота» предусмотрено обеспечение горячим питанием детей из семи участников специальной военной операции. Артем Петров, Вести, Ульяновск.